Сегодня мы просим вашей помощи, чтобы прожить этот месяц. Ситуация действительно очень непростая, если не сказать критическая. На дворе лето, пора отпусков и переездов, а для нас это самый тяжелый период. Люди не берут собак, зато выбрасывают их пачками. Мы уже отказываем всем, кому только можно в приеме собак. Но даже беря только тех, кого нельзя не взять, мы переполнены больше, чем в два раза. Что поделаешь, когда человек находит на поле закрытый мусорный бак со щенками? Скажешь «нет», вези в городской приют, а там щенков не держат. Из-за риска, что они окажутся больными, их усыпляют на месте. Язык не поворачивается подписать им смертный приговор. И мы их забираем, лечим, платим огромные деньги за ветеринарные услуги. Только счет одной из клиник составил в этом месяце более 25 тысяч шекелей. Посмотрите на эти кадры. А что делать? Не спасать? И вы спасаете. Вы спасаете их жизни. Я не оговорился. Без вашей помощи все они были бы уже давно мертвы. Посмотрите на эти кадры. Посмотрите на этих счастливых щенят. Благодаря вашим пожертвованиям и только им это становится возможным. Если бы не вы, их не было бы. Даже самое минимальное пожертвование стоимостью меньше пачки сигарет спасает жизнь.